художник один. Домик имел и хвостки. Привитос, амигос. Ну что ж, продолжается Layers of Fear. Возможно, он этой серии закончится. Я не знаю, сколько они прибавили. Может, много, может, мало. Но то, что они местами уровни переставили, это точно. Поэтому некоторых вещей, которые были раньше, я не увидел. Возможно, они перенесли их просто на конец. Кухня или... А там что? А там комната, наверное, моя. С камином, походу. Или кухня. Блять, куда идти-то? Давайте сначала на кухню. Поскольку кухня, она тупиковая обычно, то оттуда прохода никогда не было никуда. О, записюля. У нас кончаются яблоки. Да у нас дохера, по-моему, яблок. Ёпта. У жены, походу, этот... Витамина С не хватало конкретно. То есть яблоки не как на помидоры похожи. Дверь. А, так это не кухня, это комната. Погоди. Я же оттуда пришел. Блять, я и так в пространстве в играх хреново ориентируюсь. Они еще и путают здесь. Я думаю, что если бы я вошел в ту же дверь, я попал сюда же. Попал бы сюда же, потому что здесь все как-то заплетено. Жил-был мужчина, страсти полный, но вот жена вышла из моды, лицо чуть лучше топора. Он не заботился сполна, и злобой жизнью полна. Хуйня какая-то, ёпта, бля. Сука, и закрыто, видите, и закрыто, и не вернуться. Лицо чуть лучше топора, в смысле узкое, что ли? Ох ты, ёбаный. А, я помню это место. Сейчас картина упадет. Мышь побегут, что-то там. А, и она вроде должна. Не, ну зубов у нее таких быть точно не могло, не знаю. О, блин. Крысы на полотнах. Может, он кожу с крыс снимал, когда картину свою делал. Помните, там было? Сначала я снял кожу. Может, это все крысиное было? Крысиное? А с кого он еще кожу мог снять для полотна? О, да, ебите мои уши. О, да, разработчики. В два ствола, блядь, придурки. Пиздец, нахуя звук такой делать мерзкий? You mind explaining this to me? I know what it is. Care to tell me how it got in my workshop? Stop lying! We both know it couldn't have gotten there on its own. Думал, что жена ему крысу подбросила в мастерскую, что? Твою мать. Соси хуй, тварь. Найди мне другую дверь. Но она вроде в погоню не бросилась. Блять, двери, ненавижу двери в этой игре. Окно. О,
Это был скример, что если бы я подошел к окну, оно бы резко закрылось. Очень страшно. И как? What is loss? Чё, блядь, за звуки? Выпустите меня нахуй отсюда, бежим, бежим в пизду. Оу, oh, yes, свет. Вдохновленный ОКР. Ну тут вообще, ёпты, бля, Silent Hill пошел. Там она что ли внизу? Может, ну и нахуй тогда. А назад можно крутить? Нет, назад нельзя. Что за ёбаный звук? Что за ёбаный звук? Что это такое нахуй? Картина. Это те же картины, которые он рисует, такие же. Нет, там какие-то пауки, муравьи, но их не взять. Не развернуть, ничего с ними не сделать. Ну, то есть это наверняка значит, что он типа их выбрасывал, наверное, не знаю. Рисовал и выбрасывал. Дорогая, наш дом обосрали враги. Почему все обосрано? Все в говне. Ёбаный ты пиздец. И пожнешь ты из праха. Да, и пожрешь ты. Это она? Он не узнает свою жену, нихуёво, она сгорела. Пофиксите, говорит, ей ебальник страшно. Ну это бинты какие-то здесь. Еще 20 раз мергни. Сможешь ли ты вновь рисовать? Че это такое? А, доска. Доска для сеансов с духами. Где пробел? Не знаю, что это. Цифр никаких не помню, букв тоже. Чё хотели-то, блядь, с этой доской? Нахуй. Темно,
Темно, как в сраке, серьезно, вообще было. Не знаю, что это такое. О! Неужели все стало нормально? Вот такие картины там были. Он ей вон элитную каталку купил, а они... А она убить его за это хочет. Можно я здесь останову? Я не хочу в этот сраный дом обратно. Грызуны растут. Рак дома, мерзкая вонь. Господи, эти звуки. О. Смыв не работает. What is taking so long? Open this fucking door. I need to go. Open up. Hell is... Пусти поссать. No. No, 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 no. What have you done? No. Она покончила с собой? У нее была золотая щетка, золотая батарейка. Она покончила с собой? Вода. И чё? Ну, посмотреть. А. Ну я тут ничем не управляю, он вперед. О, колбасится. Сучка. Сейчас нападет же. Что-то суть того, что она обгорела, в игре вообще не раскрыта. Нормальная баба, по-моему. Ебанутая только. Че, еще раз? Мне кажется, он утопиться пытается в ванне сейчас, нет? Да кто ж так топится, блядь? Камень на шею в озере. Вот это да, а так, блядь, инстинкты самосохранения. Вы читали Мартина Идена, Идена, как он там топился в конце? Вот, там же было написано, что сам инстинкт самосохранения не даст его вот так вот утонуть. Он там вплыл специально в глубину, чтобы когда руки и ноги забьются, он уже не смог выплыть. Это что за дирижер сидит? Дочка, что ли? С кисточкой. Все, видимо. Видимо, асфиксия одолела. Вот он падает или что? Что с ним? Алкоголическое сердце, наверное, не выдержало нагрузки. Но это не конец, я же еще последнюю детальку не нашел. Finally, глаз, блять, вот она последняя деталь. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience. Публика, критический взгляд, то у кого-то глаз вырвал. I knew what I had to do. I gouged it. Scooped it up like ice cream. Felt like a butcher. A monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Может, это тот друг, который ему писал, что его картины не продаются? Ну, жена-то с глазами, по-моему. Хотя я ее не разглядывал. Не, ну странно считать, что чуть что он бежал жену калечить. Она и так, блядь, обгоревшая. А, ну и вот, в общем-то, видимо, и все. Ух ты, блядь. Какого хуя? Какие нахуй шашки, блядь? Нахуя ты отжимаешься? Где конец игры, нахуй? Ну, шашки, что, сыграть надо, что ли? Все черные. Шашки, в которых все играют черными. Это самые политкорректные шашки.
чего, блядь, надо. Что-то шашек до хера не упал, по полу валяются. А это что? Шашечка, она немножко так роилась. Ну. Я нашел недостающую. Блять, их вон дохуя тут лежит. Одна в подсветке. Я когда играл в каком-то комоде в коридоре, две шашки в ящиках нашел. Ничего. О. Не знаю, при чем шашки. Я ни одной записки за всю игру не нашел о том, что они с женой пиздато в шашки играли. О. А, все изменилось немножко. Кто-то ходит-то, блядь. Через две. Это не кнопка? А, нет, не кнопка. Чего? Блять, надо в темноте шашечки искать, что ли? А, у него крыса вместо ребенка. Ха. Такая шутка. Блять, серьезно, шашки искать в темноте? Это в конце-то игры? Шашечки, блять, в темноте. Шашечки в темноте. Блять, я уже думал, кошка идет. Так как в Painkiller'е кто-то над ухом типа стонет. Вау. Свастика, Че здесь? Шашечку надо, наверное, да, найти? А, надо каждый раз к доске подходить. Блять, я уже думал, кто-то смотрел, стоял. Something everywhere, something everywhere. Тихо. Где-то тут роилось. Что, блять, за говно? Я и так шашечку не вижу. Вы мне еще засрите тут все. Шашечка, шашечка. Блять, ну, конечно, меня часто упрекают, что я ною или что-то такое. Блять, вот интересно, если я сейчас скажу, что миссия с поиском черных шашек, блять, в темной комнате говно, со мной кто-нибудь станет спорить по этому поводу? Вот она. Нет, не она. Все перевернулось почему-то. Может, надо покрутить ручку, чтобы он поэнергичнее петь начал. Под эту мелодию обычно жена приходила, нет? Пиздец какой-то. Нелепая хуйня. Я освоил телекинез уже. Просто пиздец. Ну-ка. Джедай, джедай. Что делать, блять? Смешно, конечно. Где шашки-то ебаные? О.
Собака. Вот этого в игре раньше не было, нихуя не добавили. А, палитра моя теперь появилась. Такое чувство, что надо просто походить здесь и посмотреть. И посходить с ума, показывая, что... Что он шизофреник ёбаный. Ну шашки, блять, хоть ты выебись, не вижу. Ебанина, блять. Вся надежда на то, что если я буду ходить туда-сюда, наконец-то что-то еще раз поменяется. Не появилась шашечка-то, блядь, где она нахуй? Музыка смолкла, заметили? Сука, я просто отошел. Надо было просто на нее посмотреть. Че сломалось-то? Че-то рухнуло. Что рухнуло, нихуя непонятно. А, вот она упала. Пиздец. Как интересно, я охуеваю. Ура, конец. Не конец. Что это все, блядь, значит, нахуй? Лагануло что-то. Вон они сверху падают. Шашки, на тебе, блядь. Смотри, сколько шашек. Ты, блядь, не художник. Ты шашкист, блядь. Что ты с этого выиграешь? Ну, если найдешь все шашки, что выиграешь? Ничего не положили? О. Медведь с короной. В зубах держит... Намордник собачий. Может, медведь это главный герой, типа? О! Моя лестница в небо появилась. Чего? Это лестница в ёбаный тупик? О, шашечка. Еще одну надо или что? Вот. Ебануться. Ну при чем тут, блядь, шашки? Я хоть нахуй вообще не понимаю. Яблоки, шашки, блядь. Может, я какую-то записку важную не нашел? Напишите, блядь, кто понял. Почему шашки? В чем прикол шашек, блядь?
Да, какие нахуй шашки? Чё нового? Кухня. Ручки куклы. Мозги какие-то, блядь. О, шашечка. Надо что-то положить в противовес, что лежит где-то здесь. Нету кнопки присесть, что самое главное. Тяжелее, чем шашечка. Все, мне дали забрать шашку. Может, это символ того, что главный герой играл с жизнью своей, жизнями своей семьи, блять, я не знаю. Я просто, блять, чё за ебота, блять? Блять, серьезно, ёбаный зеленый слоник, какие нахуй шашки, блять? И чё? Какая мелодия из фильма «Легенда о пианисте», по-моему. Главный герой конкретно ёбу дал, по-моему. Конкретного такого старого доброго ебуна дал. Все? Заебись-то как. Ну и уеба. Ну и уебота, блядь. А чё за хуйня? О, это его жена? Yes, that's it. Вполне себе ебабельная баба была, надо сказать. Perfect. Just like I always. На правой руке все пальцы на месте, но видно, что палец его, у него такие пальцы, как там был. What is this? Чё за хуйня? I don't understand. Вот, видимо, ее ожог, который она получила в пожаре, вот это. Please. Или вот этот вот, хуй знает. So не, такую бы я и, блядь, даже по пьяни не стал бы, нахуй. Столько просто не вы... Получи, картина. Мне кажется, что, учитывая тот факт, что я нашел все-таки две шашки до этой ебнутой комнаты во время прохождения, возможно, что во время прохождения игры надо было в шкафах, вот в этих, которых очень много в игре, я еще сказал, что там хуй знает, никогда ничего не лежит. Возможно, что там надо было находить эти шашки, дабы избежать попадания вот в этот ебанутый уровень и не искать их в темной комнате. Черт, он 100 раз нарисовал эту картину. Блять, мне кажется, чтобы понять замысел... Чтобы понять мысли ебанутого, надо ебанутым быть. Поэтому я не понимаю, что хотел разработчик. Да это что, блядь, Эрик Картман? Нормальная баба. Он потекла слегонца. Да, видимо, это и есть ожог, который она получила. Хотя он так описывал его, как будто этот ожог просто пиздец какой. Ну хотя хуй знает.
Все, дом его заброшен. Пластинки нет. Шашечка, блядь! Не взять шашечку. Или это свечка? О, видно, лежит, да. Альбом проклятых. Это разработчики. Эксклюзив... Экзекьютив продюсер. Экзекьютив? Проклятые продюсеры, что ли? Тёлочка. Милена Бабьено. А, экзекуция, это ж наказание, а здесь хуй знает, что это значит, экзекьютив. Тим Хедер. Похож на великого Гэтсби с жирным ебалом. На Ди Каприо, то бишь. Невероятный, или как там, Гэтсби, короче. Джеймс Франко. Сэм из «Мафии». Ну это я хуй, ну Чикатило, блять, какой-то. Джон Сноу. Батрудинов. Тимберлейк, блядь. Макгрегор, нахуй. Конор Макгрегор, смотрите, какие татухи. Концепт артист. Они что, каждого нарисовали, что? Молодой Северус Снейп. Блять, этих страниц меньше вообще не становится. А, вот титры. Это вместо титров они бумажку дали. Все. Я думаю, может в конце скриманут. А, сквертануть тебе в конце не надо, скажу. Ключик. Моя дражайшая супруга, я знаю, что последние месяцы тебя измотали. Знаю, мне следовало быть более отзывчивым, заботливым, менее эгоистичным. Не верю, что вообще мог наговорить тебе такое. Наверное, я никогда не был хорошим мужем и отцом. Думал, смогу стать великим художником, но и эта мечта потерпела крах. И я постараюсь исправиться и относиться к тебе с должной любовью и пониманием. Ты – любовь всей моей жизни, моя муза. Ты никогда не прочтешь это письмо. Прости меня. Видимо, написал он это после того, как она уже скрылась в ванне. Но я не думаю, что еще что-то здесь есть в этой комнате. Блять, как лагануло. 22 FPS, а вы че, ебать? Че за зона аномальная? Надо идти отсюда, пока игра не зависла. Так, а это что за дверь? Детская. Все пусто. Они уехали, видимо, отсюда. Жена с ребенком или что? Не, жена умерла. Куда? Она уехала туда, к апостолу Петру. А у ребенка вещей вообще никаких нет. Может, ребенка забрали? Следующий DLC, говорят, про его дочь будет. В принципе, он алкаш. У алкашей, да, забирают детей. Же, вроде как. А что за хуйня? А что там было за этой дверью? Я ж ключ нашел. Пусто. Нихуя себе. Из этого дома не так просто выйти. Здесь кухня, по-моему, да?
Блять, лагает, пиздец, что происходит? А, в начале игры у него мастерская закрыта. Вот эта дверь. А это вниз. Давайте внизу посмотрим, что. Да все то же самое. Я тут нашел кость. Подожди, а там? Нет, тут нихуя. А в мастерской, значит, наверное, там я хуй, может, жена его, блядь, там мертвая, привязанная. Или повешенная, или хуй знает. Вот я дверь открыл случайно. Картины нет. Тут каждый уровень заканчивался в мастерской, в общем-то. Спиздили картину у меня мою. Пустая. Картина снова пустая, какая она была в начале игры. То есть он даже ничего не рисовал, что ли, или что? Последний штрих. Я не знаю, пишите в комментах свои версии, что это была за ебанина, блядь, с шашками. Что вообще там случилось? То есть, ну, ясное дело, что без DLC мы никогда ни хера не узнаем, что тут, чего, чего, блядь, вообще, на. Но было интересно, в общем-то, захватывающие местами дико, блядь, дико скримерно играть в этот ад. Наверное, это на сегодняшний день один из лучших инди-хорроров. Что по графике, что по сюжету, что по атмосфере. Наряду, наверное, с Outlast стоит, который тоже, естественно, хорош. Но каждая из этих игр хороша и пугает, собственно, по-своему. Ну, в общем-то, на этом все. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Все дела.